Всем привет! Наконец-то у нас новая террариумная стойка готова. Вот такая вот огромная, большая, на 5 этажей террариумная стойка. Вот. Здесь получается 9 террариумов. Вот так попарно. Большой-маленький, большой-маленький. Здесь один со всю длину террариума. Здесь будут жить у нас все самочки половозрелые, взрослые. Ну и, в принципе, вот в такие 90-сантиметровые мы будем переселять одиночек наших. В основном это самцы. Наполнили уже террариум кошачьим наполнителем Clean Cat. Сейчас посадим нашего малыша первый раз на наполнитель. Он всю жизнь жил на салфеточках. Сейчас первый раз... Да, сейчас первый раз он... посажен на наполнитель. Потом, естественно, буквально сегодня вечером, завтра утром у него появится плитка для обогрева под лампу вместо камня. Вот, как только появится, сниму об этом еще видео, фото. Так, через стекло лучше. Пока никак не реагирует на наполнитель. Не понимает, что происходит. Сейчас девочку такой же террариум посадим. Виверну. Тоже наполнители они еще ни разу не видели. От лампы, которая с фотографии. Да, вот точка прогрева. Рябит немножко из ультрафиолета, наверное. Да. Точка прогрева есть. С длину террариума такая замечательная ультрафиолетовая лампа. Мошка какая-то прилетела в кадр. Вот даже у Люцифера покажу. Тоже вот у него УФ-очка длинная. И сидит довольная морда. Посмотрим, может, ночью закапываться начнет. Ой, да, воздух лизнул. Будем надеяться, что ему эти гранулы не покажутся аппетитными, что он не будет их есть. Да, Люциферчик? Ну, 3 минуты, полет нормальный. Потом отпишусь, как они... на долгосрочную перспективу отреагировали на этот наполнитель. Всем пока!